Власти ДНР и ЛНР установили террор по отношению к местному населению. Боевики с автоматами, многие из которых чечены и осетинки, патрулируют улицы и задерживают людей без всяких оснований. Я был один раз задержан, так же как моя жена, которой грозили расстрелом. Нам повезло, что нас отпустили. Меньше повезло моему бывшему студенту, которого 2 дня пытали в подвале спецслужб. Ему чудом удалось спастись, после чего уже на украинской территории хирург извлек из его ног резиновые пули, а на восстановление ушло несколько месяцев. These occupiers practiced terror over the local population. The paratroopers, many of them Chechens and Ossetia, patrol the city with machine guns, detain and arrest people without any cause. I was detained once, and so was my wife, who was threatened to be shot on the spot. We were lucky since they let us go. Not so lucky was my former student, who was arrested and tortured in a cellar of the special services. After his release and escape, his recovery required several months after the surgeon removed rubber bullets from his leg.